Мы в жизни своей очень часто встречаем простое и нежное слово «любовь», но смысла его не всегда понимаем средь злобных, греховных, коварных оков. Что в мире прекраснее этого слова, где скорбное сердце находит приют? Любовь есть фундамент, всей жизни основа, любовью дышат и ей лишь живут. Любить не способный и жить не сумеет в жизни греховной земной. Кто к ближним любовью здесь пламенеет, на лоне Христовом получит покой. Мы часто здесь слышим, как люди вздыхают, что в мире любви нет, коварство одно. Но чувство, которое нас обнимает, нам было Иисусом с Голгофы дано. Средь мрака и тьмы, средь злобы и коварства, как факел сияет Христова любовь. Тот факел есть отблеск небесного царства, и светит он нам через голгофскую кровь. Друзья дорогие, познайте Иисуса, Дух всех призывает к Нему, лишь Он вам наполнит любовью душу и даст вам познать ее полноту. О, братья и сестры, любить не стыдитесь, средь злобы коварства несите вы свет, святою любовью Христа облекитесь, и так лишь исполните Божий завет. Аминь.